Пост для нашего сознания. Во многих религиях практикуются различные посты, связанные с религиозными праздниками и обрядами посвящения. Некоторые люди постятся преимущественно исходя из соображений здоровья. Соблюдение поста благотворно не только для нашего тела, но и для нашего разума. Каждый день мы впитываем в себя огромное количество слов, картинок и звуков. И нам обязательно нужно какое-то время для того, чтобы остановить этот поток и дать разуму отдохнуть. День без чувственной и духовной пищи в виде электронных сообщений, видео, книг и разговоров дает нам шанс упорядочить разум и освободиться от тревог, страхов и страданий, проникающих в сознание и накапливающихся там. Даже если вы считаете, что не способны провести целый день без источников массовой информации, сделайте хотя бы небольшой перерыв. Или, если хотите, устройте себе звуковую паузу. Создается впечатление, что сегодня большинство уже не в силах жить без постоянного саундтрека, звучащего у них в ушах. Как только эти люди остаются наедине с собой, идут одни по улице или едут в транспорте, или даже находятся рядом с дорогими им людьми или коллегами, они пытаются заполнить каждый свободный уголок сознания какими-либо звуками. Но если вы сделаете что-то в настоящей тишине, например, в машине, или во время приготовления завтрака, или на прогулке, то вы дадите себе короткую передышку от постоянного наплыва звуков и раздражающих сигналов. Я знаю одну женщину, которая призналась, что музыка, проигрывавшаяся в ближайшем супермаркете, всегда приводила ее в расстроенные чувства. Она напоминала ей о непростых событиях в ее жизни. Когда она поняла это, то приняла сознательное и умное решение для того, чтобы позаботиться о своем разуме. Теперь, во время похода в супермаркет, она носит беруши, позволяющие ей не отвлекаться на музыку, приносившую переживания. Вам не обязательно использовать беруши, чтобы устроить себе звуковой пост. Просто каждый день организовывайте себе несколько действительно тихих минут. В такие моменты, когда вам не мешают слова извне или изнутри вас, вы по-настоящему услышите себя. Это тот дорогой подарок, которым вы можете вознаградить себя и окружающих, поскольку подобные минуты позволят вам услышать и ваших близких.